Архангельская полиция задержала подозреваемых в незаконном хранении наркотиков. Но обнаружить их удалось в подъезде одного из домов по улице Тиме. Полиции пришлось нарушить покой мужчин. Они крепко спали. В ходе личного досмотра у одного был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, это наркотик. Выяснилось позже, что архангелогородцы 91 и 94 годов рождения нигде не работают. Возбуждено уголовное дело. Возможное наказание от 3 до 10 лет тюрьмы.